Здравствуйте. В Майнкрафте существует такой моб, как грибная корова. Грибной коровой можно состричь грибы, и они выпадут с нее, и можно будет их забрать. С грибной коровой можно доить супчики. И можно их потом кушать. Но в новом обновлении, если будет гроза и в такую грибную корову ударит молния, но я сейчас этого делать не буду, поэтому я лучше возьму трезубец и зачарую его на проводник. Или вы можете называть его промверсом, я не знаю, какая у вас версия и, какой там период. И вот наши коробки превращаются в коричневые. И после этого вы можете с ними делать такие вещи. И если подойти такую грибную корову, с него выпадет такой же суп, который можно съесть. Но суть этой коровы не в этом. Если взять любой цветочек, допустим, василек, и покормить ее, а потом подоить, вам дадут какой-то супчик с другой текстуркой. Она будет называться загадочным рагу, или, как у меня на версии моей, она называется подозрительной путаницей. Если его съесть, получите определенный эффект. Например, у меня сутки прыжок. Я могу перепрыгивать через заборчик. А его не могу. И вот суть этих загадочных рагов в том. Давайте уже выключим дождик. Суть этих загадочных рагов в том, что какой вы цветок добавите в рагу, таким будет эффект. Это можно сделать с определенным любым цветком. Ну, почти. Это все делается, кроме подсолнуха, сирени, розового куста и пиона. А крафтится оно очень легко. Просто нам нужен верстак. Ну, это если у вас нет такой грибной коровы. Делаем обычный супчик. Добавляем туда любой цветочек. Допустим, ромашку. И получаем наше загадочное рагу. Регенерация. Вот. Давайте я вам покажу, сколько всего можно сделать таких рагу. Первое рагу крафтится из миски, гриба, мухомора и желтого такого цветочка. Получается насыщение. Давайте я вам сейчас продемонстрирую, что такое насыщение и как оно работает. Насыщение, оно, в общем-то, дает такую функцию, как такую же обратную, как голод. То есть, как бы голод, он вас, вы хотите кушать, а насыщение, оно наоборот, делает так, чтобы мы не хотели кушать. Вот. Сейчас мы захотим уже покушать, и я специально наложил на себе голод, чтобы, мы могли съесть на голод. Так его нельзя кушать, видите? Ладно, давайте пока что перейдем к другому рагу, пока мне не будет голод. А вот, все, уже появилось. Вот, я съедаю, и у меня этот эффект, он не показывается, вот эти те значки. Но он правда дает мне насыщение. Я сейчас долгое время не буду кушать. Это все из-за эффекта голода.
Так, ну следующее рагу. Крафтится из такого мака. И дает оно нам ночное зрение. Давайте проверим. Да, правда, ночное зрение. И следующее рагу крафтится из такого вот голубого цветочка. Это не ландыш, а как-то по-другому называется. Ну, в общем, его можно встретить на болотах. И он дает точно такой же эффект, как и первое, насыщение. Следующее рагу, оно крафтится из такой вот фиалки или что это. Ну, в общем, оно нам дает огнестойкость. То есть мы будем на вот пару секунд сточиваем к огню. То есть, например, если мы где-нибудь в аду подожглись, вы можете просто съесть такой супчик и избавиться от огня. Этот, ну, этот цветочек, который такой вот распушливый, он дает эффект слепоты. Когда мы его кушаем, мы ничего не видим. Точнее, мы видим, ну, только очень плохо все. Следующее. Вот следующее рагу крафтится из вот таких вот тюльпанов. Но это крафтится. Вот он нам дает эффект слабости. И дается, ну, рагу такое. Но этот, ну, это рагу можно скрафтить из всех видов тюльпанов. И эффект будет один и тот же, слабость. Вот. Он нам дает эффект слабости, и мы слабо начинаем бить по монстрам и мобам. Следующее рагу, оно крафтится из ромашки. И дает он нам регенерацию. Если у нас мало жизни, вы можете просто съесть такое рагу. И у вас жизни будут восстанавливаться. Вот, видите? Они уже начинают там немножко дергаться. Следующая рагу крафтится из василька. И дает она нам суперпрыжок. Ну, прыгучесть. Это я уже показывал. Так же, как и ромашку в начале. И следующая рагу дает, ну, нам отравление. И крафтится оно у нас из ландыша. Сейчас продемонстрирую. Ой. Ладно, сейчас буду весь везде дергаться. И следующая рагу дает нам иссушение. И крафтится у нас из нового предмета. Розы иссушителя. Вот. Розы иссушителя. Если ее поставить, то она дает нам иссушение. И такие можно делать, ну, ограды. Давайте я вам продемонстрирую. Вот, идет на данном иссушение. Давайте перейду в креативку, чтобы... Ну, вот такие были все эффекты всех загадочных рагу. Вообще, это рагу, оно очень удобное. Потому что, когда ты идешь в путешествие, ты можешь покушать, и у тебя будет насыщение, и ты долго не сможешь, ну, ты долго не сможешь голодать. Или, например, когда будет слишком темно в пещере, и ты видишь что-то уже похожее на руду, но ты, ну, еще не уверен в этом, и ты кушаешь, и у тебя появляется ночное зрение. Или, например, огнестойкость, когда ты уже горишь в аду, у тебя осталось мало жизни, и ты пьешь, и ты перестаешь гореть. Или регенерацию, прыжок. Ну, прыжок, он здесь так себе поможет, если честно. Только для тех местах, где есть заборчик и все. Но остальное все бесполезное. Еще такие рагу можно встретить на кораблях. И если я не ошибаюсь, то фермеры, они продают такую рагу. Если я не ошибаюсь, я правда этого не знаю. Ну, возможно, они продают его. Если хотите, можете сами проверить. Но на кораблях рагу точно спавнится. Но не на всех. С вами был я, Валериан. Всем пока.